Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами находимся в городе Москве. Сегодня у нас 25 июля. Ночью мы прилетели из Женевы в Москву. И здесь меня встретила моя любимая клиентка, чтобы показать немножечко Москвы. Потому что здесь мы будем находиться с дочкой всего пару дней. И потом опять поедем путешествовать уже по Украине, в город Киев, в Киево-Печерскую лавру. Ну а сейчас мы в городе Москве, и мы с вами находимся на метро ВДНХ. Нас привезли сюда. Мы сейчас будем обследовать местность. Сейчас мы с вами входим в ВДНХ. Это вот такой вот чудесный вход. Посмотрите. Очень большие ворота, большие колонны. И впереди что-то очень такое мощное, красивое. Еще Ленин стоит. Посмотрите. Мы сейчас поближе подойдем. Боже мой, какая же красота тут. Как же красиво, господи. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, это называется «Дружба народов». Фонтан «Дружба народов». Красота просто. Посмотрите, какой шикарный фонтан, он называется
каменный цветок. А ночью здесь говорят подсветка и вообще красота. Здесь очень много людей. Здесь сидят, смотрят, фотографируются. Но фонтан необыкновенный. Просто необыкновенный. Это наша Россия. Это город Москва. Красота. Я очень люблю свою родину. Очень люблю Россию. И посмотрите, как же здесь красиво. Насколько все здесь вообще. Не знаю, такую красоту и мощь я вижу только в России. Где бы ни было красиво, но здесь, по-моему, лучше всего. Это павильон дружбы народов. Посмотрите, какая же красотища. Впереди у нас музей космонавтики. Там, говорят, есть ботанический сад. Еще что-то интересное. Идем туда. А здесь у нас выставка «История Романовых». Всем привет, дорогие мои друзья! Мы с вами находимся в Москве. Второй день у нас в Москве. Сегодня 26 июля 2019 года. И стоим перед храмом. Видите, какой прекрасный, красивый храм. Его построил Абдулов. Храм принадлежит Линкому. Видите, как здесь все красиво. Необыкновенно просто. Чудо. И продолжаем нашу экскурсию. Хотели поехать на кораблике, но уже не успеваем, потому что через несколько часов за мной приедут, заберут меня в Киев. Я хочу там походить и, в общем-то, посетить святые места, Киево-Печерскую лавру. Дай Бог, чтобы получилось. Но еще там очень много у меня планов в Киеве, поэтому на кораблике сегодня не получается. Но я считаю, что я и в Санкт-Петербурге могу поплавать на кораблике. А сейчас мы с вами просто ходим и гуляем. Театр, который, где проходит все.
все кинотавры? Кинотавры, да, там все кино. Посмотрите, какой красивый фонтан. Супер. Ковровые дорожки. Ага, ковровые дорожки. Понятно. Какая красота. Москвы. Здесь Лужков сидел в свое время. Ну, видите, оговорочка по Фрейду. Работа в этом доме. Красивый дом. Еще раз вам повторю, что это Тверская улица. Впереди у нас Красная площадь. Но на нее сегодня навряд ли мы попадем, потому что мы уже очень сильно торопимся. А это что, памятник, да? На реконструкции. Юрий Долгорукий. Юрий Долгорукий. Угу. Ну, потом еще приедем, посмотрим. Москва, конечно, супер. Красивый город. Ой, подождите, говорите, что это в камеру? Камергерский переулок, который переходит в Кузнецкий мост. А вот какая прелесть ночью, как, наверное, красиво здесь. Обалдеть. А это центральный почтам, да? Здесь театр Станислава Немировича Данченко. Угу. Здесь же, на Камергерском переулке. Ага. Театр. Ну, здесь вообще просто. Глаза разбегаются, все здесь не упомнишь. Очень красиво. Надо будет в следующий раз обязательно в Москву приехать спокойно и погулять. Театр Ермоловой, вон там увидеть. Стороны театр Ермолова зеленая и коричневая, это гостиница Евротурист. Гостиница Евротурист, театр Ермолова вначале. Вот театр, а это гостиница. Вон гостиница, да, с правой стороны. Да. А вот впереди, видите, Красная площадь. Красная площадь. Гостиница «Москва». Ее перестраивали дважды, потому что рушили, построили, разрушили. Это по-русски у нас, да? И потом выстроили вот такая, как сейчас есть. Потому что предыдущий стиль был, не соответствовал тому, что хотели. Да. И вы видите впереди Кремль, Красная площадь. Красота. Да, у нас это Манежная площадь. Угу. Так, у нас что? Впереди мы видим что? Центральный выставочный зал. Центральный выставочный зал, да. Еще. С правой стороны. Угу. Справа что у нас это здесь? Это церковь. Храм. Татьяны, храм Татьяны, которые студенты МГУ все время справляют здесь праздники. Да. Студенческие. Ясно. Дальше библиотека
знаменитая библиотека Ленина. Храм. Вот он виднеется, храм у нас. Ага. Дальше библиотека Ленина. И следующее вон там виднеется, храм Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя, да, вот. Хорошо было бы время туда сходить, но сейчас у нас просто нет этого времени. Государственный институт, университет. А это журналистики, он рядом с Красной площадью. Очень интересно, красиво. Вообще очень красиво. Москва шикарный город. Вот насколько я раньше не замечала этого, я приезжала сюда, когда было холодно. И вот такой красоты, честно говоря, не видела. Я только помню этот холод ужасный зимой. Пару лет назад я здесь была, было минус 30 градусов. Я просто окоченела и просто не хотела сюда возвращаться. А сейчас летом я посмотрела на этот город другими глазами. Во-первых, компания очень хорошая. Погода замечательная. Даже несмотря на эту усталость на нашу, мы еще идем, даже бежим, можно сказать, по городу и успеваем снять видео, сфотографироваться, пообщаться, увидеть что-то интересное.